Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я хочу рассказать вам, как я крашу свои брови. Точнее, обычно я крашу специальной краской для бровей, но я, как вам говорила в последнее время, что я перестала их красить, потому что они берутся слишком темно, даже если, знаю, что вы скажете, даже если держать 1 минуту, 2 минуты, для меня они все равно какие-то темные. А хочется, чтобы ты накрасил, подержал столько, сколько нужно, смыл, и все полностью плотненько цвет, который ты хотел, в общем. Сейчас я буду экспериментировать. Я купила обычную краску для бровей. Я видела раньше, красили так. Я купила себе средний русый цвет, палет 400, средний русый цвет. И я собираюсь сейчас сделать определенные пропорции, накрасить свои бровки, подождать столько, сколько нужно для окраски волос, да, и потом смыть это все, и в надежде, что получится именно тот цвет, который я хочу. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и вы вместе со мной увидите, что будет. В специальной краске для бровей нам говорят, что нам нужно в специальную емкость выдавить 2 сантиметра. Ну, я думаю, примерно 2 сантиметра красочки нашей. Добавьте окислитель 6%. То есть я взяла нашу красочку, которую я взяла, окислитель 3, 4, 5, 6 капель там написано. Все, сейчас я все это перемешиваю и аккуратно наношу на бровь. Вырисовываю бровь именно, которую я хочу, так как я люблю больше брови. Кстати, не смотрите на то, что они разные, потому что совсем недавно, полчаса назад, я сняла тинт для бровей, для одной брови. И он у меня интересным цветом взялся. Аккуратно прям рисуем, как вы рисуете карандашом, как вы хотите, чтобы она была. Возьму кисточку теперь, чтобы более плотнее нанести все на брови. Вообще-то не очень удобный этот способ на окрашивание, потому что красочка не так быстро темнеет, как специально для бровей. И не видно, куда мы все это намазываем. Поэтому очень-очень аккуратно, вроде бы там по каким-то вещам мы видим, где у нас красочка прошла, чтобы это было очень ровно. Прям трафарет нужен. В общем, ждем, пока потемнеет, потом будем корректировать. В общем, выводила я свои бровки, выводила. Ровно 12 минут. Я надеюсь, они получились у меня равномерные. Отлив какой-то странный, зеленоватый идет. Я уже просто не удивляюсь, что у меня какие-то странности. Но в итоге я надеюсь на то, что у нас все получится. Поэтому оставайтесь со мной. Итак, мои хорошие, прошло 40 минут с того момента, как я начала их красить. И 30 минут с того момента, как я закончила их красить. В общем, смываем, посмотрим, что за цвет. Сейчас он какой-то такой темный, мне, честно говоря, страшно, что опять у меня будут черные брови. Я буду ждать, пока они отрастут. В общем, посмотрим. Водичкой и ваточкой я смываю. Смывается зеленый цвет на ватке. Слушай, на мой взгляд, неплохо даже. В общем, вот мы смыли. Вот такие бровки у нас получились. Я их сейчас расчешу. Вы знаете, мне цвет нравится. Скажите, что видите вы. Просто сейчас вечер. У меня свет как бы от лампы, да, но он такой дневной свет. Но я думаю, что будет при дневном свете, не знаю что, может быть, чуть по-другому. Но вот как бы я сейчас... Кристиночка, а ты можешь подойти и посмотреть, ты видишь зеленый отлив или нет? Не смотрите на нее. Вот так, стань, посмотри. Есть зеленый какой-то? Чисто русый цвет. Да? Просто вот на ваточке я смывала, видишь? Или это не... Ну вот какой-то такой, но я не вижу, что это зеленый. Какой орех. Орех какой-то. Значит, будет нормально. Ну вот смотрите, что получилось. В чем фишка здесь? Конечно, да, я понимаю, что краска для волос это не краска для бровей, как вы видели, минус один уже, что она не так быстро темнеет, и что не видно, что мы накладываем, да. Второй момент, что ее нужно держать не 5-10 минут, как, ну, при краске для бровей, да, а вот я 40, например, продержала. Ну, может быть, можно и меньше, не знаю, но я решила 40 и все. Но плюс тот, что нам не нужно
допустим, если 15 минут, да, то вот там ждать 3 минутки, чтобы это чуть-чуть дольше подержалось, схватилось, брови темные, например, да. Вот сейчас мне очень нравятся бровки, например, и я прям вообще довольна. Прям дайте его. Давайте сниму. Оп. Что у нас тут палки? Мне кажется, вот они прям, ну, идеально, да, видите? Вообще у меня на корнях, ну, как бы свет, вот он и есть среднерусый, я думаю. Вот что получилось. Совершенно не видно особой разницы, да, как мои бровки. В общем, я довольна и буду ходить сейчас довольная. Также хотела вас попросить, если вы знаете вот специальные краски для бровей, которые имеют большую палитру, потому что вообще зачем я затеяла эту всю идею, потому что мне цветов не хватает. Тех, которые представлены в краске для бровей. Есть и коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый. Есть черный, есть графит. Но для меня графит тоже как черный. Поэтому я бы хотела, может, даже еще светлее, чем эти брови попробовать. И скажите, если вы видели и встречали такие краски для бровей, то, пожалуйста, скажите мне марку и где это можно вообще найти. Потому что я не встречала. А пока будем пробовать так. Если вам понравилось, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Впереди много интересного. Всякая красота. Будем красивыми. И увидимся с вами в следующем видео.